Этот замок слишком сложный. Выглядит неплохо. Выглядит ничего.
И еще раз. Получилось.
Магический барьер. Магический барьер. Может пригодиться. Отлично. Мило.
Может пригодиться. Еще одна могила. Мило. Эти мерзкие твари, это инквизиция.
А тут такой тихий остров был. Иногда мне кажется, что хорошие времена ушли безвозвратно. Ты, наверное, очень способный, раз стал охранником. Я умею драться, а еще знаю, как стрелять из арбалета. Ты можешь обучить меня? Стрелять из арбалета? Хорошо, но готовься платить. Ты собираешься поймать что-нибудь мне на обед? Так, охотник? Еда, она как женщина. Должна быть жирная и сочная. Я хочу быть сильнее. Я хочу быть... Я смотрю, ты выбрал себе сторону. Не самый подходящий момент для этого. Правда? Дон здесь не имеет власти больше. Особенно с того момента, как на острове появились эти странные создания. Твари, беженцы, инквизиция — это грёбаная. Хотя, конечно, чем больше людей на нашей стороне, тем выше наши шансы продержаться. Ты видел когда-нибудь такой меч? Странный какой. Ни разу такого материала не видел. Но клинок, безусловно, весьма неплох. Что еще можешь мне сказать о нем? Люди Дона внимательно относятся к своему оружию. От этого зависит их жизнь. Никто из них не стал бы бегать по округе с такой штукой. А у меня просто нет времени, чтобы с этим разбираться. Так что найди кого-нибудь еще. Что можешь предложить?
Так ты охотник, верно? Беппа, в следующий раз, когда проголодаешься, не рассчитывай на меня. Эй, я в состоянии прокормить себя. Да, я вижу. Твоя мать, Тильда, беспокоится о тебе. О, она всегда беспокоится. Эта женщина превращает мою жизнь в ад. Ладно, ладно. Ясно, что ей не о чем волноваться. Эй! Эй, иди сюда! Мне нужно поговорить с тобой. И кто ты такой? Неважно, кто я. Мой хозяин интересуется тобой и тем, что ты можешь делать. Хочет, чтобы я предложил тебе сделку. Кто твой хозяин? Влиятельный человек. Более влиятельный, чем Дон? Слушай, я не собираюсь пиписьками мериться. Я сказал все, что тебе нужно знать. Как я могу отказаться от предложения, от которого невозможно отказаться? Нам нужен лавкач. И мой хозяин думает, что ты именно тот человек. Ты из команды капитана Романова. А ты сообразительный ублюдок. Так что работенка тебе в самый раз. Что твой хозяин от меня хочет? Помощи. Всего-то. Ты можешь найти то, что нужно кое-кому, и дать им информацию, которая им нужна. Кому я должен помочь? Женщине. Она держит небольшую таверну в городе. Внизу, возле причала. Петти? Да, я с ней встречался. Неплохо осведомлен, верно? Слышал когда-нибудь о кристальных дисках? Я много чего слышал. Может, и об этих дисках тоже. Помоги нам, и расскажу тебе побольше. Ну и при чем тут Петти? Не волнуйся. С ней ничего не случится. Просто сходи к ней и сделай то, о чем она попросит. И это все? Да. Просто сделай то, о чем она попросит. Странно, как-то она меня о помощи просит, а? Кончай задавать вопросы и вали! Ты в два счета справишься. Да еще деньжат подзаработаешь. Неужели откажешься? Ладно, я загляну к Петти. Отлично. А чего бы тебе не пойти к ней прямо сейчас? Мы с тобой еще свяжемся. Удачи тебе! Спетти! Не беспокой меня. Говорят, ты выбрал путь охотника. Что ж, всего наилучшего на трудном пути, лежащем перед тобой. Ты маг, и ты служишь Дону? Кто-то же должен о них позаботиться. Эта участь выпала мне. Большая честь. И к тому же позволяет заниматься тем, что мне нужно. Ребята здесь немного буйные, но мы заключили соглашение. Я их лечу, а они не мешают мне проводить исследования. Исследования? Именно. Здесь многое предстоит открыть. Например, магический барьер в подземелье. Магический барьер? Они были очень неглупыми, те, кто здесь строил. Они полагались не только на железо и камень, чтобы защититься от людей. Они, кроме всего, владели магией. Если отважишься проникнуть вглубь храма, то увидишь сам. И это не единственное на острове место, охраняемое с помощью магии.